Сотрудники госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия. Нетрезвые водители в Рязанской области останавливали автомобили, чтобы выявить водителей, находящихся в состоянии опьянения. Сегодня проводится рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель». Нетрезвый? Нетрезвый, да. Извините за беспокойство. Все, ничего хорошо. Сегодня не употребляли? Нет, я только с работы. Как чувствуете себя? Замечательно. О том, что водитель находится в состоянии опьянения, часто можно было понять уже при разговоре. Дуль когда-нибудь производили освидетельство? Всегда. Всегда. Как остановить, так и понятые. Дует. Смотрите, сюда. Все. Проверка воздуха. Алкоголь не обнаружен. То есть трубочка чистая. Никаких это. Да. Долго, продолжительно в прибор. До следующего звукового сигнала. Сильно не надо, долго, продолжительно. Результат теста вполне ожидаемый. 1,326 миллиграмм на литр вдыхаемого воздуха. В ходе проведения подобных мероприятий было выявлено 25 фактов управления транспортным средством водителями в состоянии опьянения. Водителям, нарушившим закон, грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000 рублей. Дина Исляева, телекомпания «Город».